утро. Скажите, Руслан, возможно ли одним движением руки превратить дневную прическу в вечернюю? Очень легко, и я могу это показать. Мне нужен для этого стол и стул с аксессуарами. Пожалуйста, дворецкие, принесите все, что требуется. Да? Что бы вы могли предложить нашей героине? Ну, давайте пригласим в кресло. Пожалуйста, дорогая. Проходите, присаживайтесь. Ну, и я бы хотел показать один очень простой вариант, как на такой длине волос, на средней длине волос, сделать такую вечернюю прическу очень быстро. Поэтому первое, что мне бы хотелось, например, собрать волосы в хвост, это и будет основа нашей прически. Единственное, я бы сделал хвост асимметричным, чтобы прическа была более такая динамичная и в движении. Ну и, конечно же, хочу показать очень простой прием, как собрать хвост очень быстро. Это резинка и две невидимки. Прием простой, но, к сожалению, мало кто о нем знает. И вы вот так одним движением руки делаете вот такую замечательную основу будущей прически. Руслан. Раз. Этот хвостик можно обработать немножко лаком. Подержите. Чтобы прическа не была очень сделанной, можно немножко, как бы так вот, чуть-чуть бы растрепать, да, сделать более естественно и попышнее. И теперь мы из этого хвостика сделаем нашу замечательную прическу. Мы берем первую прядь, скручиваем в такой вот легкий жгут. И разбираем просто руками, придаем пышность и объем. И посмотрите, совершенно без специальной накрутки на бигуди, на диффузор, да, или на щипцы, вы получаете вот такие вот локоны и фиксируете вот так вот при помощи невидимок. Несколько невидимок или шпилек, и вы раскладываете вот этот хвост вот в такие пышные, объемные, как бы такие неправильные ломаные кудри. Обязательно прическа должна быть не только красивой, но и прочной. Фиксируем лаком. И последний, конечно же, штрих – это можно использовать какие-то аксессуары. Ну, например, да, просто, например, какой-то гребень, и у вас сразу ваша прическа, конечно, получается вот такой вот оригинальный. Нарядный. И можно подумать, что это вы сделали у какого-то мастера, а не сами. Вот такая легкая техника, которую мне бы хотелось показать на каскадных волосах. Браво, Руслан. Очень быстро. Спасибо. Спасибо. Вы показали сейчас вариант вечерней прически на волосах средней длины. А как быть, если женщина давайте обладает пригласим длинными волосами? Давайте с длинными волосами пригласим кого-то из зала. Замечательные вот длинноволосые девушки. Кто поднимите, у нас может быть? Давайте проходите, пожалуйста. Волосами? Вот светлые красивые волосы. Проходите. Присаживайтесь. Вот. Прекрасный вариант. Посмотрите. Вот, волосы в хвосте, вот это и будет основа нашей будущей прически. Просто волосы в хвосте. Посмотрите, мы разделяем волосы на две равные части. Раз, два. И теперь каждую часть мы скручиваем вот в такой вот легкий жгут. Такие жгуты, я думаю, вы много и часто видели или делали своим детям. Но, чтобы из таких жгутов сделать вечернюю прическу, я думаю, вы таких вариантов не видели. В конце просто фиксируйте просто резинкой для волос. У вас получается первый вот такой хороший красивый жгут. И мы делаем второй жгут то же самое. Делим волосы на две части. Главный секрет, чтобы эти жгуты не были тугими, потому что это не конец прически, это только как бы основа. Поэтому они должны быть мягкими, легкими, и вы буквально за несколько секунд вот так проплетаете и также в конце фиксируете резинкой. Вот два жгута – это и есть основа нашей будущей прически. Теперь мы начинаем с ними работать. И, как говорится, легким движением руки наши жгутики превращаются в пышные, красивые рядочки и объемные элементы. Как и здорово. Вы разбираете этот жгут до такого состояния, как вам хочется. Вы можете сделать пышную прическу. Получается, как пышная пакля. Можно сделать объемную, такую немножко лохматую, небрежную, любую. Посмотрите, что у нас получилось. У нас объем жгута очень легко увеличился ровно в два раза. Немножко обрабатываем лаком. И как бы вы ни положили, у вас всегда получится своя красивая прическа. Здесь вы можете сделать просто вот так, и у вас будет вот такой вот классический шикарный, пучок. И зафиксировать пучок шпильками, невидимками. И вы можете его сделать также на любом месте. Можно его сделать асимметричным, можно сделать его наоборот очень высоким, и это будет очень торжественная прическа. Да, да. Конечно,
обрабатываем лаком и украсить в конце. Ну, здесь вариантов масса, мы можем также использовать какие-то замечательные гребни, но, например, вот на таких светлых волосах, может быть, какие-то цветы, да, и если вы хотите какое-то романтическое свидание, да, и немножко, ну, какую-то повседневность превратить в праздник, использовать буквально несколько каких-то цветов, и у вас получается прическа очень красивая, и, в принципе, я думаю, можно здесь сделать разные варианты. Вот с такой техникой. Замечательно. Браво, Руслан. Спасибо вам большое. Спасибо и вам, барышни. Отправляйтесь к себе на место. Я вижу, вы в основном работаете с длинными волосами. Наверное, короткую стрижку вы не сможете преобразить. Давайте мы пригласим кого-то с короткой стрижкой. Я такое покажу. Тоже возможно. Ну, конечно, и девушки с короткими волосами мечтают о прическах. Как поэтому интересно. Здесь, где наша замечательная девушка? Может быть, кто вот с короткими? Вот давайте вас она. Пригласим, и мы... Проходите, пожалуйста. Я хочу показать... Какая миленькая. Вот практически осталось только вот штрих и сделать прическу. Когда мы делаем укладку и прическу на волосах со стрижкой, здесь, конечно же, мы уже имеем форму, нам остается только эту форму подчеркнуть. Поэтому хочется придать объем. Мы берем лак сильной фиксации, потому что прическа вечерняя должна быть хорошо зафиксирована. Немножко взбиваем волосы, делаем их более пышными. Вы можете их разобрать, как вам хочется. Затем, конечно же, в стрижке всегда хочется подчеркнуть, да, какие-то линии. Поэтому любой воск можно взять или гель для волос. Да. И здесь сделать несколько каких-то акцентов. Что бы мне хотелось? Если ну, каждый день вы носите, да, закрываете уши, откройте уши. Пусть вечерняя изменить прическа да, будет просто как повод измениться на один вечер. Мы не кардинально не отстригаем, да, не перекрашиваем, а просто делаем как какой-то здорово. Акцент. Убираем. Ну и, конечно же, главный помощник в прическах именно на основе стрижки – это, конечно, аксессуары. Мы посмотрели, как можно работать да, с гребешками, красивыми цветами. Здесь я бы использовал просто ободок и фиксируем весь наш объем лаком. И у нас получилась вот такая вот очень красивая форма, которая тоже может быть именно вечерней и такой вот на выход. Пожалуйста. Замечательно. Как ловко, браво! Спасибо вам. Спасибо вам, милая дама, вернитесь. Спасибо большое, спасибо Руслан, вам за ваши модные советы.